А сейчас на сцене замечательный российский критик и литературовед Лев Александрович Анинский. Дорогие соотечественники, если мы за 65 лет хоть что-то поняли, так мы поняли, что ни один праздник так не сплачивает души, как совместно пережитая боль. Боль не уходит, боль не уйдет. А что делает поэзия в этой ситуации? Она держит тему, она держит пафос, но в мелодии чувствуется, откуда боль и куда мы с ней идем. Я думаю, что в 45-м году день рождения Булата пришелся на чистый праздник. А через 15 лет он написал песенку о дворовом хулигане, которому не присвоил звание Героя Советского Союза, потому что это было не в стиле Булата. Он ему присвоил звание короля. Еще через какое-то время, тогда же в 60-е годы, он заставил нас расслышать, как грохочут сапоги и как ошалелые птицы летят из-под ног. А в 90-е годы он написал стихи, которые я сейчас вам напомню, если вы их знаете, а может быть и не знаете, потому что это не песня. Это написано последние годы, и это звучит как завещание. Я обнимаю всех живых и плачу над умершими, но вижу замершими их, глаза их чуть померкшими, их души вечные летят над злом и над соблазнами. Я верю, что они следят, как плачем мы и празднуем. С праздником, дорогие!